Перекрытая дорога улицы 25-го съезда КПСС, выставленные ограждения, работает техника. Ремонт систем водоснабжения и обустройство участка дороги и прилегающей к ней территории начались 18 февраля. Это одна из самых загруженных и, скажем так, популярных дорог города. Сегодня мы приступили к комплексу работ по обустройству этих сетей водоснабжения, замены. Также параллельно ведется работа по демонтажу бортового камня и демонтажу перильного ограждения. Пешеходный переход в районе торгового центра «Оскол», перекресток Дом связи и переход от микрорайона «Солнечный» к парку Пушкина будут поэтапно закрыты для движения транспорта. Но проблем с движением во время ремонта не будет, заверили строители. Автобусы всего лишь на время изменят маршрут, а подъезды к учреждениям для водителей будут доступны, как и прежде. Автобусное движение на сегодняшний день определено именно таким образом, чтобы пассажиры не испытывали каких-то трудностей, испытывали их, но в меньшей степени. Движение будет осуществляться на тех же участках. Единственное, удлинится немножко маршрут. Сами участки у нас поделены таким образом, чтобы можно было осуществлять подъезд к домовладениям, к работам, к магазинам беспрепятственно, с одной или с другой стороны. То есть мы не будем закрывать подъезды каким-то учреждениям. Исходя из этого и было разбито все на три этапа. Будет ли перекрываться вода? Главный вопрос, интересующий граждан. Ведь на улице далеко не лето, а остаться без воды и отопления в холодное время года не хотелось бы. Все трубопроводы, они действующие и будут действовать до момента 1 мая. После праздников будет выполнена переврезка, то есть будут... перекрытие будет, но оно будет, подготавливаться будет, и потом одним днем это все будет переврезаться. Но это уже в теплое время. 206 миллионов выделено на контракт по ремонту водоснабжения из бюджета городского округа. Также присутствуют федеральные и областные субсидии. Закончить работы и полностью восстановить движение на всех участках обещают к 18 апреля.